Посетители музея Первого Совета могут соприкоснуться с жизнью подводного мира. В Иванове открылась выставка «Тайны морских глубин». Коллекционер Валериан Трегуб собирал все эти многочисленные экспонаты, раковины, кораллы, морские звезды на протяжении 12 лет. Сначала мне в руки попала небольшая коллекция, которую собрал. Ну, просто моряк, он даже не знал название, просто собирал, ему нравились раковины. Меня заинтересовало это, ну, и уже начал как бы подходить так методично к этому. А потом, я по профессии художник, и для меня это источник еще и каких-то эстетических таких импульсов. Коллекция насчитывает более 600 экземпляров. Есть среди них особые, со своими легендами и мифами. Например, вот об этой раковине, которая называется «Харония Тритонис» или «Рог Тритона», складываются легенды со времен Древней Греции. Эту раковину бог Зевс, верховный бог греческой мифологии, подарил своему брату-богу Пану в качестве трубы. И Пан трубил, собирая своих гостей, а Пан был такой весельчак, бог полей и рощ, любитель погулять. Раздавались громкие ужасные звуки, боги собирались на свои пиршества, а люди в ужасе прятались. И современное значение слова «паника», «ужас», произошел именно вот в связи с этим мифом. А что касается исторических фактов, то вот эти раковины использовались в качестве боевой трубы в греческих, в римских войсках. То есть буквально, если отпилить кончик этой ракушки, приделать ему штучок и дуть в нее, раздаются резкие неприятные звуки, которые пугают врагов. Чтобы оживить выставку, в прямом смысле этого слова, организаторы разместили в выставочном зале аквариумы с черепахами. 16 водных и сухопутных пресмыкающихся отлично чувствуют себя в музейных условиях. Мы несем огромную ответственность за живых питомцев. Это черепахи тоже различных акваторий, различных точек земного шара. Вы видите их вот в этих замечательных аквариумах. Мы их будем кормить, ухаживать за ними, конечно же, и делать все, что им было комфортно. Организаторы не ошиблись. Именно около черепах маленькие посетители музея с удовольствием проводили большую часть времени. Я хотела увидеть большую ракушку, вот я ее увидела. Вот мне понравилась ракушка, которая внутри такая розовая, и в ней есть жемчужины. Вот. Мне еще понравилась китайская черепашка, потому что у нее мордочка необыкновенная. Раковины сопровождали человека всегда. Некоторые их виды использовались в качестве платежных средств. Из маленьких красивых ракушек делали украшения, из больших – сосуды для омовения. Некоторые раковины служили оберегами и считалось, что они отпугивают злых духов. О том, как и когда использовались раковины и какие моллюски в них жили, рассказывает выставка «Тайны морских глубин». Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.